Внимание, обнаружена халява. Чтобы получить совершенно бесплатно 200 голды, тебе надо поставить лайк, подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал, ссылка на который есть в описании, также написать хороший комментарий плюс свой ID и самое главное, посмотреть данное видео от начала до конца без перемоток. Ну что же, всем желаю победы, а мы идем дальше. Всем привет, Кент на проводе! Всем привет, Кент на проводе! И сегодня у нас будет мега эпичное открытие кейсов без доната, потому что всю эту голду подогнали именно вы мне, за что вам большое спасибо. Ну что же, ребята, не будем тянуть резину. Открываем первый кейс, надеюсь, вы все написали хэштег нож, и уже прилетел керамбит. За что? За что? За что? Прямо в сердце, ребят, прям ранило. Так, ну что, идемте дальше. Кейс номер 2, Фуриас кейс. Братан, не подведи, пожалуйста, керамбитик, давай. Давай, поехали. Ребят, была не была, ставим, пожалуйста, все огромные лайки, и, возможно, мне повезет, и выпадет что-то хорошее. Но нет, мне не повезет. Блин, ребят, капец, как обидно. Реально, вообще, какая-то печаль, беда. Уже два кейса открыл, ничего нормальное не выпало. Но самое обидное в том, что пролетело два керамбита с двух кейсов. Так, ну чё? Поехали дальше. Третий кейс. Так, я уже чувствую, ребят, чувствую запах керамбита. Так, так, так. Не-не-не-не-не-не-не. Дальше, дальше, дальше. Ну, хотя бы статрек. Ну, хотя бы спасибо и за это. Так, ребят, счет очень плохое начало. Я уже открыл три кейса, а мне ничего нормально не выпало. И черт возьми, что такое? Что за говно? Мы так не договаривались, так. Надо, ребят, какое-то заклинание сказать. Блин, случайно нажал. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хотя бы статрек, хотя бы статрек, хотя бы статрек. Блин! Так, все, ребят, говорю заклинание, а то я в прошлый раз случайно открыл кейс, давайте. Абракадабра, керамбит, драгон глаз, выпадимус. Опа! А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка! Чего? 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 Не, ребят, так дело не пойдет. Тут явно что-то не так. Ну, блин, ну что-то вообще, ну не прет просто. Так, ребят, мы должны сегодня уйти с ножом, обязательно, то есть вообще без вариантов. Мы должны сегодня получить хотя бы какой-то нож, потому что за всю мою историю открытия кейсов мне ни разу не выпадал нож. Ребят, это несправедливо, я уже открыл кейсов штук 300, наверное, и мне ни разу не выпал нож. Ну что ж, поехали дальше. Нож. Ну хотя бы статрек, хотя бы статрек, хотя бы статрек, хотя бы статрек, но нет. Так, ребят, счет очень плохая карма. Я не понимаю, в чем причина. Черт возьми, рот мне в ноги. Так, ребят, держим кулачки. Давайте. G-команда, иди к папочке. Давайте. G-команда. Нет, нет, нет. Опять не везет. Ну, я не понимаю, ну где я там провинился? Ну, что это за наказание такое? Почему ничего нормальное мне не выпадает? Ребят, радует только одно, то, что все эти кейсы я получил бесплатно именно благодаря вам. Огромное вам всем спасибо. Спасибо всем моим донатерам. G-команда. Опа, два G-команда прилетел. Ща выпадет. О-о-о! Офигеть! Ну, хотя бы легендарка. Ну, хотя бы это, ребят, это уже неплохо. Ну, хотя бы G22. Спасибо за это. Это очень-таки неплохо. Ну что же, продолжаем дальше. Rival Case. Так, ну, вообще, я люблю G-команда. Но если выпадет AVM Genesis, я не обижусь. Поехали. AVM Genesis. Давай, давай, иди сюда. Ну. Нет. Нет! Эх, я ожидал, что будет что-то получше. Так, ребята, Rival Case, давай, не подкачай. Давай, Rival Case, на тебя вся надежда, поехали. Вот просто давай, давай, ну так по-скромному. АКР Некромансер, статрек. Я многого не прошу, всего лишь статрек, АКР Некромансер. Погнали. И мне выпадает... Опять почти G-команда! Рот мне в ноги! Ё-моё, вот это я Вася. Капец, ребят, G-команда был слева. Я не знаю, у меня такое ощущение, как будто Standoff 2 меня просто троллит. То керамбит, то G-команда. Но самое обидное, что ничего из этого не выпадает. M9 Bayonet, иди ко мне в инвентарет. Опа! M9 Bayonet, а ну-ка. Нет. Эх, ну ладно, пойдет вам на раздачу, тоже неплохо. Давай, Origin Case, прошу, не подкачай. Ребята, держим кулаки, вот сейчас тупо все перешли в комментарии и написали хэштег
Байонет выпади. Ребят, давайте, нужна ваша поддержка. Я обращаюсь к вам в будущее. Я с прошлого. Потому что я снимаю видео в субботу, а вы будете смотреть в воскресенье. Давайте, ребят. Байонет, давай, не подкачай. Блин. Сейчас всем вам надо поставить как можно больше лайков, и тогда мне точно повезет. Вот смотрите, вот сейчас вы поставили лайки, поставили? Вот поставили, да, я уверен, поставили. Смотрите, сейчас будет пушка. Отвечаю, смотрим, ребят. Я закрываю глаза, сейчас я открою глаза, и мне выпадет что-то прям мега имбовое. Так. Чего? Так, что-то это как-то не работает. Не работает. У нас осталось последних два кейса. Ну, пожалуйста, ну хотя бы что-то хорошее. А то одного G22 мне слишком мало. Мы потратили 1500 голды. Так. О, М9 байонет! Пролетел. Как я люблю такие прекрасные, замечательные моменты. Опа. Статрек или нет? Ну, так себе. Ну, хотя бы эпик, и за это спасибо. Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Но вы посмотрите, сколько у меня осталось голды. Поэтому давайте бегом, ставьте лайки, пишите хорошие комментарии и пишите «Жду продолжения». Если будет много лайков, если будет много комментариев с текстом «Жду продолжения», то я обязательно сниму продолжение. Все нужные ссылочки есть в описании, там, ребят, ссылочка на мою группу, там крутые конкурсы, бла-бла-бла. Также ссылочка на мой второй канал, там, где проходят стримы, тоже в описании. Все, ребята, всех люблю, всем удачи и всем пока.